Дорога бизнесу. Задать вопросы, получить консультацию экспертов и лично руководителя первой службы агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Такую возможность получили местные предприниматели. В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы по защите бизнеса. Подробности в нашем материале. Главная задача – решение конкретных проблем предпринимателей. На это сегодня ориентирована работа антикоррупционной службы страны. На встрече подвели первые результаты проекта «Дорога бизнесу». Присутствующие обсудили проблемные вопросы, с которыми предприниматели сталкиваются чаще всего. Желающие смогли задать экспертам ряд вопросов и получить соответствующие рекомендации. По словам спикеров, основной акцент – это превентивные меры. Правоохранительный блок, который представляет антикоррупционная служба, не был, может быть, вовлечен в систему проблем бизнеса или проблем рядовых предпринимателей. Но в данном случае наиболее эффективным механизмом противодействия коррупции в нашем понимании и установке президента страны является превенция. Поэтому превентивные меры, они более эффективны, чем дальнейшее привлечение данного должностного лица путем многочисленных там периодов времени к уголовной или иной административной ответственности. Поэтому мы открыты к диалогу. Сегодня на этой площадке готов выслушать ваши рекомендации. И это является не отчетом, не докладом перед вами, а является именно диалог, партнерство. Гульжана Силбекова – местный предприниматель. На встречу пришла проконсультироваться. Проблема со строительством помещения у женщины возникла в прошлом году. В моем частном случае была действенна, прям, так скажем, мера поддержки именно. Реальная такая поддержка была оказана нашей компании. Мы сейчас, получается, имеем возможность достроить свое помещение. У нас вся проблема была в том, что не продлевалась аренда земли. Вот как бы такая была абсурдная ситуация, как бы. Вот. Освоение участка есть, а между тем получается, что не можем продлить аренду только из-за того, что там есть определенные моменты в законодательстве, как бы мешающие нам этому. Эти барьеры, слава богу, были устранены. Именно слаженной работе вот, антикоррупционной службы и палаты Атамекен. И я знаю, также вот, они помогли и другим в каких-то других вопросах проблемных. Вот, и поэтому я считаю, что вот такой проект, он вообще он, нужен нашему бизнесу в регионе. Активную поддержку по проекту «Дорога бизнесу» Антикору оказывает Палата предпринимателей. Совместно с Атамекен проработан проектный подход по защите бизнеса в рамках превенции коррупции. Созданы специальные рабочие группы из числа сотрудников агентства, представителей палаты и общественности. Организованы диалоговые площадки с бизнесом и еженедельные приемы предпринимателей. Совершенно новый подход службы превенции агентства Республики Казахстан к насущным проблемам предпринимателей уже показал свою эффективность. Например, в рамках проекта «Дорога к бизнесу» обращения 52 предпринимателей уже решены положительно. Еще более 30 мы прорабатываем, так как они требуют детального изучения, либо центр принятия решения по ним находится на республиканском уровне. Планомерная ежедневная работа в данном направлении продолжается. По словам руководителя первой службы агентства, работа по защите прав предпринимателей будет продолжена. Указанные меры должны привести к повышению иммунитета бизнеса против коррупции и незаконных действий со стороны государственных и правоохранительных органов. С начала проекта только в Кустанайской области на совместных приемах обратилось более 150 предпринимателей, вопросы которых разрешены, либо даны рекомендации для решения их в рамках законодательства страны. Алмажан Аманкельдинова, Руслан Шабаев, телеканал Кустанай.